открывали сегодняшний концерт. Какие впечатления от того, что происходит? И как все организовано? Вам нравится? Нормально. Нравится? Да, хочу, не нравится. Церемония награждения Ленинградского рок-клуба, это типа российская тема, там на всю Россию, там все здесь нормально все. Кайф, а че? Нормально? Что живое, настоящее, это рок-н-ролл, это кайф. Это рок-н-ролл. С чем рок-н-ролл совмещается? С тёлками, да с пивом. Они нам подарили несколько полезных вещей. Зажигалка, открывашка для пива и рулетка. Эту фигню я буду Михин Рост измерять.